Чебоксары – город трудовой доблести. Почетное звание столица республики получила 20 мая. В честь этого знаменательного события установят стелу с изображением герба и текстом указа президента России. Площадку определят в ходе общественных обсуждений. На выбор предложено 4 места. Мемориальный парк Победа, площадь перед железнодорожным вокзалом, пересечение президентского бульвара и 30-й дороги, площадь перед главпочтамтом. Окончательное решение будет принято в ходе интернет-голосования. В ближайшее время администрация города на портале «Открытый город» объявит голосование, где, как вы сказали, Олег Алексеевич, предложим всем проголосовать за то место и опираясь на решение жителей, где будем проектировать, и, соответственно, за этим потянется благоустройство данной территории.